Ровно 6 лет назад, в день освобождения Одессы, не стало ее почетного гражданина, героя Украины и мецената Бориса Литвака. Легендарный одессит оставил этот мир на 85-м году жизни. Более 30 лет до самой смерти он руководил детско-юношеской спортивной школой номер 2, где воспитал несколько поколений баскетболистов и волейболистов. В 96-м году он создал Центр реабилитации детей-инвалидов «Будущее», также известный как «Дом с ангелом». Там и сейчас продолжают восстанавливать здоровье дети и подростки с диагнозом ДЦП. Всю свою жизнь Борис Литвак посвятил служению детскому спорту. В 18 году в Одессе в честь него назвали улицу. Ею стала бывшая Заславского на Молдаванке. Эту инициативу 4 года назад предложил почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. В поддержку этой инициативы депутатами, активистами Украинской морской партии, молодежными и общественными организациями была организована масштабная акция, которая собрала более 5 тысяч подписей одесситов. Кроме того, был направлен депутатский запрос руководству города, который получил положительную реакцию. В результате вопрос о переименовании был единогласно поддержан на заседании историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете. Свое жизненное кредо Борис Литвак сформулировал так: «Добро нужно делать тихо, так, чтобы об этом никто не знал». Эта фраза высечена на его мемориальной доске, размещенной на его главном детище – доме с ангелом. В этом году Борису Давидовичу могло бы исполниться 90 лет. Сейчас его дело продолжает внук Алексей.